Официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками столичной полиции пресечена деятельность этнической группы. Ее участники подозреваются в организации, производстве, хранении и сбыте контрафактной парфюмерной продукции известных фирм-производителей. Установлено, что группировка состояла из 10 участников, выходцев из Таджикистана, Азербайджана и государств Ближнего Востока. Кроме лидера, в нее входили сотрудники производства, а также оптовые и розничные продавцы. Производственные и складские помещения злоумышленников располагались в Москве, а реализация контрафактной продукции происходила в различных регионах. Расходные материалы для производства приобретались в Арабских Эмиратах, Турции и Китае. По данному факту, следователями столичного главка МВД возбуждено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. В результате проведенных мероприятий 5 активных участников группы, в том числе ее лидера, задержаны. Проведены обыски в жилищах подозреваемых, производственных помещениях, а также в торговых павильонах и на складах в местах реализации товара. Изъято более 45 тысяч единиц готового контрафакта с нанесенными на него товарными знаками, а также свыше 100 тысяч единиц комплектующих и сырья для изготовления подделок.